Дворец водных видов спорта в Саратове может попасть в федеральную программу финансирования. С таким заявлением выступила региональный министр на встрече с именитыми тренерами. Так, по словам профильного чиновника, в этом году из бюджета страны уже выделено 50 миллионов рублей на строительство спортивного комплекса регионального значения. Более 11 миллионов на эти цели поступит из областного бюджета. Деньги будут потрачены на подготовку стройплощадки, а также на возведение фундамента будущего дворца спорта. Если финансирование продолжится, открытие комплекса произойдет уже через 2-3 года. По мнению тренера олимпийского чемпиона Ильи Захарова Татьяны Коробко, этот объект станет центральной площадкой для проведения тренировок и подготовки спортсменов на мировые и европейские турниры. Сейчас будущие и действующие чемпионы занимаются в бассейне Саратов. По словам профильного министра, наш регион особенно остро нуждается в открытии подобного спортобъекта. Наш регион, в общем-то, силен именно водными видами спорта, и этот объект нам поможет не только развивать прыжки в воду, но и другие водные виды спорта. Вы знаете, что стоит большая проблема по нашим пловцам, поскольку нет условий, и 50-метрового бассейна у нас в Саратове, кроме бассейна Саратов, больше другого нет. Гребцам нужны.